Под аплодисменты зала губернатор Виктор Басаргин и глава Пермского района Александр Кузнецов перерезают ленточку и открывают новый дворец спорта «Красава». Спортивный комплекс считать открытым! Открытие нового спорткомплекса жители муниципального района ждали с 2008 года. Это, безусловно, очень высокий уровень развития спорта. Пермский район здесь первопроходец в данном случае и высоко поднял планку. Думаю, что многим районам, да и городским поселениям сегодня необходимо, конечно, такие объекты у себя иметь. Это проблемный объект, мы не скрываем это, говорим честно и откровенно. Первая проблема была это с качеством проектных работ. Пришлось его перепроектировать, это время ушло на это. Были недобросовестные подрядчики. Мы сказали, ребята, мы все равно сделаем это. При всех трудностях, при всех сложностях мы заставили их сделать нам этот объект и сдать. Сдать качественно, со всей документацией, несмотря на все трудности. Артем Симонян, чемпион мира по панкратиону среди юношей 16-17 лет, тренируется в Пермском районе. Он говорит, большая арена Дома спорта будет удобна для крупных соревнований. Да, можно было, будет проводить соревнования большого масштаба. Зал очень большой, тут поместится больше двух ковров. И, в принципе, очень удобно будет для нас тоже. Площадь универсального дворца спорта 5823,2 квадратных метра. Вместимость трибун более 1000 человек. Огромная арена с 4 беговыми дорожками и все, что нужно для занятия спортом и проведения престижных соревнований. Все беговые виды легкой атлетики, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, футзал, гандбол. На территории нашего дворца имеется тренажерный зал, восстановительный центр. Сразу после открытия во дворце спорта прошел товарищеский матч волейболистов команды Пермского района и Прикамье-2. В конце лета начнутся учебно-тренировочные сборы по гандболу. На сентябрь-октябрь запланированы краевые соревнования по настольному теннису. В планах открытие Академии волейбола и легкой атлетики.